Добрый день, меня зовут Голованов Алексей, я являюсь экспертом по испытаниям агроцентра «Самара» компании «Сингента». Сегодня 9 мая 2021 года. Поздравляю вас всех с праздником и с Днем Великой Победы. Мы с вами находимся на поле с озимой пшеницей, где посеян сорт «Светоч». Для того, чтобы наглядно продемонстрировать вам разницу между подкормленными растениями и неподкормленными. Осенью при посеве давали 100 кг аммиачной селитры, но, как мы знаем, азот у нас имеет свойство промываться и улетучиваться. Поэтому весной проводят также подкормку азотом. Давайте взглянем на растение. В данном месте у нас трактор разворачивался. Удобрения, кстати, вносились не разбрасывателем, а сеялкой СЗТ, так как была уже почвенная корка, и удобрения просто бы пролежали на поверхности, не растворились, и растение бы не получило питание. А так на 2 сантиметра во влажный слой. И, как мы видим, сошняки у нас подымались, удобрения не поступали, и уже наглядно видна разница в развитии листостебельной массы. Во-первых, эту разницу у нас выдает цвет. Здесь светло-зеленый, здесь темный, насыщенный. И подойдя ближе, мы видим, что растение у нас также визуально отличается. Соответственно, у нас отличается фаза развития. И мы с вами, значит, возьмем этот участок на контроль. Во время полной спелости зерна подсчитаем урожайность, проверим качество полученного зерна и, соответственно, сделаем выводы. Еще раз всех с праздником и до скорых встреч!